Всем большой привет, мои дорогие. У нас класс ушли на улицу. Поставили пиццы такие, сейчас вам покажу. И пошли на улицу. Потому что минут 10 надо ждать. Сейчас покажу. Вот такие вот. На бубликах. Вот как. Все оставили. Пошли на свежий воздух. Сегодня у нас такой день, когда этот, как оно называется? Солнечное затмение. У нас все в школе. Такие очки раздали. Будем смотреть через них. У нас как раз практика будет. Да что ты? Не видно ничего. У нас как раз практика будет. Всей школе раздали. Ученикам, учителям, всем работникам. Потому что нельзя. А у нас практика будет. Мы же на улице будем. А нельзя ни в коем случае смотреть в это время, когда солнечное затмение. Нельзя смотреть без вот особенных очков. Поэтому из-за того, что мы будем тренироваться, нам всем раздали очки. Так что будем смотреть, наблюдать. Я попробую записать через камеру. Если будет видно что-то. Не знаю, интересно так. Представляете, это было, последний раз было в 16-м году. Но Джефф говорит, почти ничего не видно было. А следующее затмение будет только через 20 лет. Представляете, у нас так много людей сегодня со школы отпросились. И ученики, у меня моего ученика даже не было. Учеников не было многих, работников, учителей не было многих. Уехали подальше, в другие штаты, где лучше будет видно. Серьезно относится к такому мероприятию. Так что вот так. Видите солнце? Сейчас я поближе. Ой. Я вот так тачки к камере подставила. Буду еще показывать, когда будет все больше и больше солнца закрываться. Молодежь, а им лишь бы только посмотреть, как это все происходит. Ой, так классно. Представляете, какое событие. Это такая редкость, что можно увидеть такой чудо. У нас учитель нашего, который с нами работает, молодой парень. Он там что же тренирует команду одну бегунов. Ему целый мешок этих очков дали, да? И он жадничает. Маринка такая, он Стефани дал двое. А Маринка такая, ой, Шейн, дай мне. Он такой, о, блин. У самого половина сейчас останется. Вот ведь, а? Ну, во-первых, очень многие дети с вами пришли. Да, у многих люди свои. Люди очень подготовились, они заказали заранее. Свои. Прикольный такой он вообще артист. Шмот. Ну, а есть в нем вот такое вот это... Да. Скряга какая. Скряга, да. Иисус! Сейчас чуть-чуть мне записать, хотя бы минут 10. А, смотрите, какие у нас бегуны все. Идут, не спеша. Вот ведь, а. Так, ну сейчас проверим, насколько продвинул солнце. Вот, видите, немножко уже закрывается. Кончик видно, что уже закрыт. Так, еще через какое-то время сниму. Этот спрыгнул девочка, который палец показывает. Надюха здесь разгребает песочек. Следы загребает. Мышицы болят. Мышицы. Who next? А, сейчас в другое пойдем место. Прыгали сегодня, первый день, кстати, прыгали. Мафью! Вот этот мальчик у нас вообще даже не мог ходить самостоятельно. А сейчас, ну, он даже ноги не мог передвигать. Надо, Сашка тут ему помогал. Окей, уходим в другое место. Я думаю, оставляем туда, Саша? Да, Надь. Вот вернемся. Угу. Света говорит, уже третья часть закрыта. Сейчас посмотрим. Так,
Ой, да, как уже так, как полумесяц смотрится. Ой, какой я гай. Классно. Снова потом проверим. Сейчас тут ядро покидают дети у нас. Кто дальше? Вот какое тоненькое. Ой, нам бы не проворонить. Ой, это классно. Представляете, когда все закроется, как будет темно, наверное. Тоненькое вот такое вот, видите, как уже. Так, еще немножечко осталось. Ура, у нас полнолуние, у нас полнолуние. Слишком близко-то. Не полнолуние, а солнечное затмение. Да-да, уже чувствую. Это вид, свет совсем по-другому, освещение. Да, как будто вечер. Так странно смотрится. Ага, все, сейчас пойдем, все встанем и будем смотреть, пока родители не приехали. А, красиво, да. Красиво. No, you don't like hug me? Okay, see you tomorrow. See you tomorrow, thank you. Yeah, bye-bye. Как солнце смотрится без очков. Ой. Что за звуки? How is that? Oh, wow, it's close. Да, yeah. Ой, вот она. Тоненькая, тоненькая становится. Очень плохо показывается, ребята. Она показывается как будто круглая. Как она прям полный, вот. Да. Она же прям тоненькая, тоненькая уже прям, осталась. Да. Как ногти. Да. Да, а смотрится как будто еще толстенькая. Та-та-дам. Это. А что они не дождались? Мне, кстати, включается лампочка зачем? Я, кстати, отключил, мне кажется, без нее лучше. О май гад! We're still waiting! Alright, bye Sam! So we did good! Yeah. Yeah. I don't know if we're gonna have it on Thursday. It's looking like we're gonna get a decent.